Привет, друзья, с вами TikTok Мир, и мы все с вами привыкли, что компания Citizen – это компания кварца. Механики очень мало, и тем более малодостойны. И как раз сегодня о достойной механике мы с вами поговорим. Отличная, по моему мнению, модель с референсом NB104052E. Отличная, еще раз повторюсь, механика, о которой мы сегодня побеседуем. Покажу, расскажу, и немного о вообще механике Citizen мы с вами поговорим. Итак, модель NB104052E. Это модель стальная, сапфировое стекло с односторонним антибликом, оно не супер прозрачное, к сожалению, иначе впечатление часов было бы просто фантастическое. Сейчас оно у меня очень хорошее, мне часы понравились, в первую очередь своим хорошим браслетом, он действительно качественный, такого браслета на других моделях в такой ценовой категории, а это порядка 30 тысяч рублей, то есть около 500 долларов, я, честно говоря, не встречал. Не скажу, что он идеальный, те же грани острые, здесь дополнительных обработок нет, но он очень мягкий, выглядит хорошо, хорошие такие глянцевые поверхности, матовые, сочетание прекрасное, застежка минимальная, системы быстрого удлинения здесь нет, и хлопает она, в общем-то, обычно. По поводу самого корпуса, преимущественно он, наверное, все-таки матовый. Смотрите, глянцевый безель и немного глянца, вот, значит, на правой боковинке заводная головка и на левой стороне тоже немного глянца. Задняя крышка у нас прозрачная. Через нее открывается отличный вид на механизм 9011. Кстати, этот механизм имеет 24 рубиновых камешка, точность хода плюс 10, минус 20 секунд в сутки, но в реальности она действительно намного лучше, не как у Seiko, который заявляет, и может быть даже хуже на самом деле. 40 часов запас хода и колебаний в час здесь 28800, то есть это механизм очень-очень приличного уровня. Естественно, есть стоп-секунда, есть ручной завод, все это есть, и давайте посмотрим с вами, как переводится здесь дата. Для этого мы с вами выдвигаем заводную головку на второй щелчок и начинаем крутить. Я не знаю, сейчас у часов день, утро или что, поэтому мы плавно подходим к 12 часам и начинаем крутить медленней. Я вижу, что дата уже пошла, и пошла она, по-моему, аж с 11 часов. И переводится дата у нас примерно 5 минут первого. Не скажу, что супер механизм перевода даты, но в целом неплохо. Еще раз повторюсь, за эти деньги, порядка 500 долларов, механика очень-очень достойная. Глиоширование циферблата, он здесь черный с накладными метками. И такое глише, тоже черное, красивое. Получается внутренний безель, на котором метки, он глянцевый. И внутренний, где у нас находится накладной логотип Citizen, он такое глиоширование. Не скажу, что оно явное, оно легкое, но оно есть. То есть оно не глубокое. Что касается размера часов. Часы отлично сидят на запястье 17 сантиметров. Такое, как мое, я считаю, что размер просто оптимальный. При этом цифры здесь не маленькие. Диаметр стекла 35,5 мм. Диаметр по безелю 40 мм. Заводной головкой 44 мм. Высота часов 47,6 и толщина 11 мм. Вес порядка 100 грамм, даже где-то 120, что для стальной модели норма и стандарт. С недавних пор Citizen решила выпускать механику в своей внутрияпонской линейке, и вместе с этой моделью, которая является такой, скажем, средней по стоимости, вышли модельки чуть бюджетнее и чуть дороже. Чуть бюджетнее модельки вышли в синем, белом и черном цвете. Модели братья нашего героя вышли в белом и биколорном цвете. И также вышли модели с усложнениями, также в трех цветах. Если сравнивать эту модель со трехстрелочниками именно Seiko Rinstar, то я считаю, эта модель будет предпочтительной в данном ценовом диапазоне 500 долларов. Те же Rinstar сейчас предлагают только модельки WZ2011-21-31AC, которые, на мой взгляд, сильно будут уступать и по механизму, и по качеству даже того же браслета модельки NB104052. Если мы берем более дорогие Seiko, поскольку Seiko будут стоить подороже, то они все на 6R15, и, к сожалению, точность здесь хромает, да и браслеты, мне кажется, тоже будут попроще, хотя денег берут за Seiko побольше. В целом я рекомендую эту модельку от Citizen как повседневную, был бы здесь двусторонний сапфир, было бы просто супер, но, к сожалению, ограничились односторонним, стекло видно, оно хорошего, приятного
такого качества. Меткие стрелки, все переливается на свету. В целом очень-очень достойно. И опять же повторюсь, за 30 тысяч рублей примерно часы просто шикарные. Отличная модель, спасибо компании Citizen. Продолжайте в том же духе. Механики сейчас достойны все меньше и меньше, к сожалению. И начинание компании Citizen я поддерживаю. Надеюсь, они какую-то конкуренцию компании Seiko составят, поскольку Orienstar все-таки, к сожалению, свои позиции сдает. Друзья, на этом все. Спасибо вам за внимание. Не забывайте про наши социальные сети. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Всем отличного настроения. Носите хорошие часы. Всем пока.